Да. Слушай, какие переживания теперь у тебя начнутся. Ой! Валера! Назад! Твою мать, а? Der Weg, den ich oft in Gedanken gehe. Je vais faire écraser. Вадя, не сдавайся! Надо прыгать! Не прыгайте! Не прыгайте! Нет. Да. Раз, два, три. Я не выдержу, Лёва. Дина! Ебать! Пиздец!
Feel that it getting really hard now. Get all that, shake it upside down. Get that. Oh, and it went off my hand, and that hecka hurt bad. Ouch! Crap. Сначала бегай там, крутись то. Стекло не попади. One way to do a turkey call is with this gobbler, and it has a little diaphragm in it that allows the air to vibrate. You should try that. Okay. I would love go ahead. Right. I want to see this. No. They're just somebody sure you. That just wasn't right. Yeah, I know. We'll see. Stop. Give me a dude, you just hold it, don't throw it. It's going. Put it in your mouth. Okay. It's sticking. Okay. Here you go. That's it. Я все надумаю, я тебе скажу. Господи боже. А, что ж, крутые. Пошла. Еще. Целуйтеся. Давай, шер. Та він зробить сам. Давай, вперед. Я вперед не можу. Зараз не можу. Bah alors tu mates mon bout, petit négro. Бешеный какой-то велосипедист. Anything to get the pussy, I'm with you, homie. I got a Lamborghini and a helicopter, 50,000. Das ist Feuer.
eigentlich verweiglich wird, sondern dass ich hart sein kann. Вот так, сегодня уже шестая машина. Нет, не на совсем. Погружается первая, а шестая на наших глазах. Все едут, как я не знаю, по лужам. Вот пробили майну, и все как заводные в одну и ту же дырку ныряют. Вот все. Вот он. Все. Сурф ушел. Прекрасный сурф. Ёлки-палки. Hey guys, look at my girlfriend. I'm your cousin. Just go. Видео пошло. Эта машина откуда она там появилась? Я, бля. Давай посмотрим, кто в окне там нахуй. Ебется нахуй. Нихуя там, бля. Кто-то же ебется по-любому. Ну. Посматривай, сейчас заебись, ну. И не надо нахуй порно. Порноху закачивать, на. Я бы только за порнухи купил бы, нахуй. Здорово, ребзя! Вы думали, что я сдох? Нет, мы продолжаем пилить обзоры. Сегодня запилим мы обзор на новый УАЗ Патриот. Вообще супер патриотичный обзор, супер патриотичный, потому что машина реально крутая. Вы знали, что на УАЗике два бензобака? Вот, покажи слева, покажи справа.